Внимание! Участникам торжественной церемонии открытия 9-й спартакиады государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа приготовиться на построение! От имени губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Николаевича Кобылкина разрешите приветствовать вас на открытии 9-й спартакиады государственных гражданских служащих. Мне хотелось бы вам пожелать хороших, интересных состязаний. Мне думается, что вот участвуя в такого рода мероприятиях, это позволит всем нам, находясь уже на рабочем месте, за столом переговоров, дебатировать несколько по-иному, уже имея друг к другу совершенно другое, более дружеское отношение. Всем вам близкого финиша, ярких побед и преодоления самих себя. Удачи! Внимание, участники! 9-ю спартакиаду государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа объявляю открытой! Объявляется минутная готовность. 11-й номер. 11-й. 11-й номер. Отдай! 8-й. Миша, выйди, Миша. Пошел.